Здарова, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про девятку акционную за ранговые бои. Камфанзер 50Т. Что хочется сразу сказать про этот танк? Пока его не понерфили, как все остальное, что сейчас собирается выпускаться в картошке, этот танк хороший. Будут этот танк нерфить перед релизом или нет, я не знаю. Меня радует то, что это не ПТ-шка какая-нибудь там, или не какой-то мусор. Это достойная СТ-шка, немецкая, 9 уровня. У нее хорошая броня во лбу, и с виду уязвимых зон в принципе так-то и не видно. В последнее время картошка любит выдавать скилловикам танки без уязвимых зон. Чифтан за глобальную карту в башне, там фиг найдешь, куда его пробивать. Конечно, там есть какие-то пиксели, но ты попробуй в казино найти какой-то пиксель. За ЛБЗ 279 ранний, тоже там уязвимых зон в принципе практически нету. Какие-то там пиксельки где-то там за башней, попробуй тоже найди. Да и голдой пробивается и то, если повезет, и то только в некоторые места. Также еще можно выкачать советский 430У, он доступен для всех, и там тоже уязвимых зон, особенно в башне, тоже фиг найдешь. Так вот и здесь тоже танчик, в котором уязвимых зон с виду так-то в принципе и нету. Броня башни 250. Конечно, форма во лбу какая-то такая тухленькая, и возможно голдой вокруг пушки слева и справа будет пробиваться, поскольку наклонов там практически нету. Но это нужно тестировать, когда эта корыта выйдет на основу. Также лючков особо там никаких нету. Может что-то там, какие-то пикселя будут на башне цепляться. Но в целом это просто тупо круглая башня и все. И в принципе в ней ничего нет. Какая-то там дырочка для триплекса или фиплекса какого-то. Неизвестно, туда будет пробиваться или нет. Да даже если и будет, она небольшая, туда попробуй попади. Также еще ВЛД 120 мм под большими какими-то там углами и здоровенная НЛД, которая можно спрятать, потому что при стрельбе у ВН у нас 8 градусов, и это классно. Сведение и точность у нас отличная, пушка примерно такая же, как у Т-55А, а его довольно-таки неплохо апнули. Единственное, что у нас хуже по сравнению с 55-кой, это ДПМ чуточку хуже. Альфа такая же 320, а вот пробитие получше 268. Под калибером 268 это довольно-таки жирно для девятки. Надеюсь, под калибер будет нормально лететь с какой-нибудь там сверхзвуковой скоростью, чтобы колесники наматывались по 10 штук за один выстрел. А вот пробитие голдой 310 кумулем, и на фоне остальных пробитий кумулями на девятках с десятками даже лучше не сравнивать, то это посредственный результат. Неплохой, но посредственный. 310 это ну такое. А это говорит нам о том, что скорее всего у этого танка дикая броня. Поскольку картофанчик любит. Вот у этого танчика броня, ой какая у него броня. Ой, гляньте, у Кляйнвагена броня есть. Давайте ему пусечку на узелок завязим. Давай, давай, Биба, тяни. Да, Боба, тяню, и завязали на узелек пусечку. Клясня. Вот такие вот балансные механики у картошки, когда они балансят танчики. Отвечаю, все так и есть. Сам видел своими глазами, как Биба и Боба тянут узелочки на пусечках. Это они танчики балансят. Поэтому у нас в игре 8 лет нет баланса. Едем дальше. Обзор у этого танка 400. Достойный, хороший, классный обзор. Скоро уже на первом уровне будет обзор тоже 400. Что еще хочется сказать про этот танк? Конечно, он хорошо бронированный во лбу. А как же он ездит? Удельная мощность 18, поворачивается там что-то 30 с чем-то градусов, это хреновато. И в принципе этот танк будет ездить неплохо, но ему далеко до каких-нибудь скоростных леопардов. Это такой вот какой-то 430 будет. Жирненький, неповоротливый, бронированный. Еще и УВН 8 градусов. Это в принципе будет такой вот хороший плотный танчик. Странно, что они этот танк не выдают за ранговые бои. Потому что для ЦА картошки важно, чтобы танчик прощал ошибки. А это ранговые бои. Они выдают бронированный танк, который прощает ошибки с УВНами. Еще и который неплохо ездит для людей, которые и так хорошо играют.
Зато в ранговые бои они выпускают совсем другой танк, про который мы поговорим в другом видосе. Что я хочу, в принципе, сказать про этот танк. Танк неплохой. Стоит ли ради него потеть? Конечно же нет, поскольку затраченное время, сколько вы потратите на игру в режим, который вам не нравится, оно не стоит ничего. Лучше потратить свою жизнь на что-нибудь интересное, полезное и приятное. А это вам ничего не даст. Но с другой стороны, если вас от режима ранговые бои не воротит и вам в нем нормально, то вы получите этот танк, и он неплохой, если Бибай-Боба ничего там еще на узелке не завяжут. И это неплохо. То есть, если вы играете в ранговый режим, то вы получите нормальную награду. Если вам нужен 9 уровня танк. Если танк 9 уровня вам не нужен, то эта награда вам не покажется нормальной. Мне, в принципе, главное, чтобы балансировщик на девятках не начал снова болеть, и тогда эта награда для меня лично была бы неплохой. Найдутся ли силы играть в ранговые бои? Тут уже вопрос такой сомнительный. Но я вас поздравляю, что нам не выдадут какой-нибудь ПТ-кусок, как многие там прогнозировали, какой-то там советский ПТ, на кому он вперся, боже. Слава богу, что не выдадут какой-то советский кусок без башни, там похожий на звездолет, нафиг надо. Лучше обычную нормальную СТ-шку, еще и которая плотненькая и неплохая, чем какой-нибудь ПТ-кусок. Я бы поржал, если бы арту выдали. Вот тогда бы реальные ЦА картошкины нагибаторы возрадовались бы и бросились играть в рановые бои. Пишите в комментариях, как вам такое. С вами был Варчик, играйте красиво. Пока. Ну и конечно же, не забудьте написать. Узнал, что танк 9 уровня будет хороший. Побегите ли вы, роняя кал, играть в рановые бои или нет?